Колян. Шевелитесь? Испугались? Ты цел? Шевелишься? С кресла? Стоял, он собирался выходить. Вот ты можешь встать? Нет? Встаешь? Нет? Встаешь? Нет? Что ж тут? Вставай! Руку вот! Вставай, вставай, насядь, насядь, насядь. Ну, мы ехали на автобусе Конаково-Тверь. В районе Эммауса автобус резко затормозил. Вот мой друг Николай упал, собирался выходить на остановке, упал в проход. Не знаю, чем он там ударился, но по ходу глаза потекла кровь. Водитель остановился, поднял его. Я хотел вызвать 112, но скорую. Сказали сейчас, вот в Эммаус, заехали в Эммаус, подъехал УАЗик из поликлиники. Отвез нас с Николаем в ЦРБ, в химинститут. Там оборудования нет достойного, то есть первую медицинскую помощь оказали. И повезли вот в 4-ю больницу сейчас. Автобус это был регулярный маршрут? Да. То есть именно который отправляется от автостанции с Конаково и до автовокзала? До автовокзала теперь. А автобус, марка, модель заполнили, номер может быть? Да, марка, модель есть, автобус Kia синего цвета, Конаково-Тверь, и видеосъемка есть. То есть это все вы снимали на видео, да, когда все это было? Номер все есть. А причина остановки неизвестна резко? Неизвестна. Очень резко затормозил, просто ни с того ни с сего. Просто порвал на дороге. То есть, и потом уж получается... Подводный пешеходный переход там рядом был. То есть потом получается, он заехал уже в Эммаус? Да, заехал. Это к местной поликлинике в Эммаусе, да? Я попросил его остановиться, но как бы скорую вызвать. Он говорит, сейчас заедем и все. То есть он не стал останавливаться, да? Он около движения. Я в 112 позвонил, то есть мне сказали точный адрес, а я на ходу не могу сказать. То есть по факту он продолжил движение с раненым пассажиром в салоне? Да. Вот, и уже оставил его непосредственно в поликлинике в Малосном медпункте, после чего уехал дальше с пассажирами, естественно. Так, а что сейчас у нас с Николаем? Не знаю, вот в 4-ю приехали, сделали КТ и на госпитализацию. Его, то есть, положили в больницу, да, фактически, рваные раны, там, ушибы, наверное, сотрясение, Валуева.